вся его деятельность всегда была направлена на то, чтобы помочь человеку. Люди гибли или от раны, или от болевого шока. Конечно, он пользовался подобным предметом. Грудная клетка юноши, отличавшегося крепким и красивым телосложением. Николай Иванович удивительно угадывал то, что нужно именно сейчас. Мы с вами сегодня поговорим о Николае Ивановиче Пирогове, враче, хирурге, педагоге, философе, равном которому нет в истории отечественной медицины. Николай Иванович Пирогов – это колоссальный талант, можно сказать, даже гений. И у него была потрясающая способность отвечать на вызовы времени, на вызовы эпохи. И все, что он делал для людей. Именно поэтому, наверное, у него все получилось. Николай Иванович является основоположником военно-полевой хирургии. Хотя до него существовала форма подачи медицинской помощи воинам, но он сумел систематизировать это, и сегодняшняя наша военно-полевая хирургия полностью основывается на разработках Пирогова. В Российском музее медицины воссоздана небольшая экспозиция полевого госпиталя 20 века, скажем так, начала 20 века. Николай Иванович Пирогов был создателем военно-полевой медицины, поэтому здесь можем поговорить о тех нововведениях, которые ввел Николай Иванович Пирогов. Во-первых, это сортировка раненых. Действительно, как раньше обстояло дело, на поле боя оставались люди, которые не могли подняться и идти, и подавали помощь в основном тем, кто больше всего кричал. Никакой сортировки не было. И современники описывают, как погибали люди при небольших ранениях, которым, скажем, можно было просто перевязать рану и остановить кровь, и они погибали от потери крови. Пирогов по-новому совершенно посмотрел на проблему подачи медицинской помощи страждущим военным и определил войну как травматическую эпидемию. При этом он подчеркнул, что успех подачи этой помощи будет зависеть не от количества медикаментов, не от количества врачей, хотя, безусловно, это имеет свое значение, но прежде всего от администрирования. В 1846 году был открыт наркоз, но он не использовался массово. И именно Пирогову принадлежит идея и реализация этой идеи использовать массово эфирный наркоз в ауле Салты в 1847 году. Это как раз и было сделано, и это стало рубежным моментом для хирургии, для военно-полевой медицины, потому что теперь солдаты уже не боялись операций, а операций, конечно, было очень много. В экспозиции Российского музея медицины представлена вот такая самая-самая простая маска для отдачи эфирного наркоза. И Николай Иванович Пирогов
предлагает самый простой бытовой способ, кстати, который он описывает в своих работах. Если совсем ничего нет, можно взять большой мужской носовой платок, сложить его вчетверо, сделать из него такой конус. В этот конус положить губку, накапать туда этого самого эфира. Обязательно закрыть глаза оперируемого плотной тканью. И вы получите результат, то есть человек не будет чувствовать боли. Конечно, нам сегодня с вами невозможно представить, какой огромный шаг после этого изобретения Пирогова сделала хирургия. То есть все практически сложные хирургические операции до этого открытия Пирогова были закрыты в принципе, потому что человек не мог вынести этой боли. Крымская компания – это особая компания в истории России. Мы все знаем, что страна ее проиграла, но реакция общественности была необыкновенно мощной. Был колоссальный патриотический подъем. И в рамках этого подъема появилась идея использования женского труда на театре военных действий и помощь раненым бойцам. Эта идея была поддержана великой княгиней Еленой Павловной. Пирогов оказывается назначенным Еленой Павловной как исполнитель этой идеи. И была создана крестовоздвиженская община сестер милосердия, которые должны были помогать раненым. Причем Николай Иванович Пирогов пишет устав этой организации, требует, чтобы все были взаимозаменяемы, чтобы главная сестра работала наравне с остальными. Сестра, с точки зрения Николая Ивановича, не имела права на то, чтобы не доесть, не выспаться, долго работать без перерыва. И объяснял он это очень просто, что сестра теперь не принадлежит себе, она принадлежит бойцам, и она обязана сохранять вот эту свою боевую форму. Сестры подписывали договор на 1 год. Это должны были быть люди без семьи. Или девицы, или вдовы. Ну, все, наверное, слышали имя Бакунина, Екатерины Бакуниной, которая очень тепло и много писал Пирогов, и которая, на наше с вами счастье, оставила воспоминания о Севастопольской битве. К изумлению современников, это начинание Пирогова окончилось блестящими результатами. Абсолютно все, включая противника, соглашались с тем, что госпиталя, где работали сестры милосердия, прежде всего были намного чище, намного организованнее, что там была меньше смертность. Прекратило звучать это слово «сестра милосердия» в 20-м году, когда оно было запрещено официально. Вместо этого слова появилось словосочетание «медицинская сестра». И возродились общины сестер милосердия в 1991 году. И вот оказалось, что как и в 19 веке, и в 20 веке труд сестер очень нужен. И сейчас у нас, наверное, около 400 общин сестер милосердия. Так что оказалось, что идея Пирогова, она во все времена актуальна. Именно в крымской компании Николай Иванович Пирогов впервые активно использует то, что мы сегодня называем гипсом. Сначала он пытался использовать накрахмаленную повязку, а потом перешел к алебастровой повязке. То есть впервые пришла в голову мысль Пирогову, что не обязательно ампутировать поврежденную конечность, что ее можно консервативно лечить, при этом оставляя в гипсовой повязке. Николай Иванович Пирогов всегда занимался хирургией. Так случилось в его жизни.
Врачу трудно работать на операционном поле, потому что не всегда легко можно добраться до того места, которое следует оперировать. И связано это было с тем, что в те времена еще не имелось такого понятия, которое знают сегодняшние врачи, как топографическая анатомия. То есть реальное расположение органов внутри живого человеческого тела. Сам Николай Иванович рассказывает в своем дневнике, что он однажды шел по рынку и увидел очень хорошую картину внутреннего содержания туши, при том, что она была разрублена умелым мясником за один раз огромным топором. И ему пришло в голову такое соображение, что можно то же самое сделать с человеческим телом, то есть получить вот такой ровный срез. Николай Иванович Пирогов предложил сделать работу, которая впоследствии получила название «Ледяная анатомия». Для этого он провел в трех направлениях распил человеческого тела, при этом распилы делались самые большие через 2 сантиметра, а где это было необходимо, не более тонкие. Ледяная анатомия практически до сих пор является учебным пособием для студентов-медиков. И вот здесь мы можем посмотреть реально, как можно пользоваться этим изданием. Вот такой спил мы с вами видим в этом томе, и есть к нему комментарий. Грудная клетка юноши, отличавшегося крепким и красивым телосложением. Правое плечо несколько приподнято и так далее. То есть мы видим, что это очень подробное описание. Каждый том, их было 4, был посвящен определенной части человеческого тела. Здесь мы посмотрели грудную клетку, а здесь мы с вами можем посмотреть распил черепа. На самом деле, такую картинку мы с вами знаем с детства, когда нам рассказывают, как устроена наша ротовая полость. Работа эта потребовала, конечно, огромной организации, потому что чисто технически нужно было работать только в зимний период, без всяких оттепелей. 15 градусов – это была рабочая температура, в которой все это делали исполнители. И это... Работа над ледяной анатомией дала в руки врачам всего мира очень важную информацию, благодаря которой могли развиваться самые различные направления медицины. Сегодня у нас с вами есть компьютерная томография, которая практически, собственно, и повторяет все то, что сделал Николай Иванович Пирогов. Но с той лишь разницей, что прошло с тех пор 150 лет. Именно ему принадлежит идея открытого признания врачебных ошибок. Естественно, что это очень сложный момент, психологический, моральный, и такой традиции, в общем-то, не было. Именно для того, чтобы этих ошибок было меньше, Николай Иванович Пирогов, которого приглашают в Петербург, в медико-хирургическую академию, возглавить там кафедру хирургии, он соглашается с одним условием, что ему разрешат сделать анатомический институт. И студенты, и молодые врачи должны там иметь возможность сделать операции на трупах, потому что он хорошо помнил, как, закончив Московский университет, а закончил он его 18 лет, что сейчас трудно представить, получил звание лекаря, не сделал при этом ни одной операции ни на живом, ни на мертвом теле и никогда в жизни не держал ланцет в руках. Это его собственное признание. В Российском музее медицины выставлен достаточно интересный набор хирургический военного хирурга. К сожалению, со времен Пирогова не так много осталось инструментов, и
пирогов, имел, естественно, много наборов. Последние 15 лет он проживал как частное лицо в своем имении Вишня около города Винницы и занимался по-прежнему практической медициной. У него была карета, на которую он мог выезжать к страждущим. Был небольшой лазарет на несколько коек. И, конечно, он пользовался подобным предметом, вот такой саквояж для врачей. Вы видите, он достаточно объемный, и там много чего могло поместиться. Такой классический чемоданчик для земского доктора. Пациентов было много. Кстати, он Менделеева в свое время лечил и сказал, что у вас неплохое здоровье, вы еще переживете и нас. И что интересно, что действительно так и случилось. Он пережил и Пирогова, и того врача, который привел к нему Менделеева. Гарибальди, все знают это имя, Джузеппе Гарибальди, был боевым командиром и однажды получает достаточно сложное ранение в щиколотку. Было только входное отверстие, выходного отверстия не было в этой ране. И, конечно, к нему постарались привести лучших специалистов того времени. Все специалисты осмотрели Гарибальди. Все эти исследования оказались достаточно болезненными для Гарибальди, но при этом все врачи сходились на одной версии, что ногу нужно ампутировать. И вот Пирогов после всех тоже был приглашен, Гарибальди очень верил в него, и Пирогов не стал тревожить рану. Ни пальцем, ни специальными медицинскими щупами, которые к этому времени были. Он пропальпировал вот эту поверхность ноги вокруг входного отверстия и сказал, что пуля там, но операция не требуется, нужны определенные условия и консервативное лечение. Ну, все закончилось, конечно, хорошо. Конечно, Гарибальди вылечил ногу. И это было чудо, еще и потому, что предлагал консервативное лечение лучший оператор Европы. Гарибальди после своего излечения пишет восторженное письмо Пирогову с большими благодарностями. Было много учеников, и, вообще-то говоря, наверное, вся братья медицинская, хирургическая, по крайней мере, считала себя учениками Пирогова, потому что не случайно при его жизни было предложено создать общество врачей. Ни у кого не вызывало сомнений, что именно его имя надо дать этому обществу русских врачей. Размышляя о своей жизни, Николай Иванович не раз говорил, и это есть в дневнике старого врача, что он очень благодарен своим родителям за то, что они ему дали религиозное воспитание. И, конечно, вся его жизнь – это иллюстрация реализации основного закона православия. Да? «Носите тяготы друг друга, и тем исполните закон мой», сказал Иисус Христос. Собственно, вся жизнь Пирогова – это несение тягот ближнего. Заканчивая рассказ о Николае Ивановиче Пирогове, я предлагаю всем взять в руки дневник старого врача «Вопросы жизни» и познакомиться с этим прекрасным произведением. Это то завещание, которое нам оставил гениальный русский врач, педагог и гражданин Николай Иванович Пирогов.